Привет! С вами на канале Кэнди Ева. И сегодня мы будем снимать подделки на Хэллоуин. И сейчас мы будем украшать нашу комнату страшно. Рожа Болика наша будет дрожать страшно. Привет, друзья! Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня Хэллоуин. Да. А вы готовы к нему? Напишите в комментариях. Мы не очень готовы, вы видите, у нас нет украшений никаких. Нам нужно сделать комнату эту страшной-пристрашной. Друзья, сейчас мы будем делать отпечаток зомби руки с косточками. Для этого нам нужна белая краска, клей, кисточка, ушные палочки, водичка и черный листочек бумаги. Беру краску и мажу ей на руку. Хорошо, так всем слоем. Кажется, у нас зомби. Зомби, кс-кс-кс. Теперь делай отпечаток. Хорошо прижми. И подержи. Хорошо? Жмешь? Да. Прижимаем. Ну что, теперь забирай руку. Вот такая рука. Теперь нам надо сделать что, Ева? Косточки. Косточки. У нас получился отпечаток. Мы его немножко подправили, чтобы он был покрасивее. Теперь мы будем делать косточки. Берем ушные палочки. И сейчас будем делать их такие. Все. Первое. Готово. Берем вторую. Нажимаем к ней. Тут. До бока. Теперь тебе палочки нужны поменьше, у тебя осталось мало там места. Вот такая рука скелета у нас получилась. Ну какая-то она, Ева, не такого цвета. Да, нужно ее покрасить, потому что у меня цветные палочки. Если у вас белые палочки, то красить не нужно. Но так как у нас палочки цветные, нам нужно будет их покрасить. Вот такая рука у нас получилась. Рука настоящего скелета. Вау, крутая рука. Давайте сделаем еще красный. Сейчас мы будем делать кровавую. Для этого нам и понадобятся такие вот палочки. Просто берем красную краску. У меня она пальчиковая. Наносим ее на руку. И все. Размазываем. Кровь такая настоящая. Ну, это просто краска. Хотите тоже сделать такую руку? Все. Можно и вторую так сделать? В принципе, да, можно сделать вот так вот. А ну, намажь еще чуть-чуть вот эту руку. Помоги. Покажи руки. Класс. Кровь или жизнь? Ну, давай. Давай я вот так вот Не. Ну, смотри сама.
Чуть привстань, чтобы сильнее надавить. Так. Дави, дави, дави. Хорошенько дави. Ну что? Готово. Давай, смотрим. Ух ты, вот такая у нас картина получилась. Вот такая. И вот теперь хорошенечко видно, где я отпечатана. Следующее украшение. Это такая летучая мышка. Только она у нас будет черная. Тетра. Сейчас мы прикладываем мышку. Мы сделали вот такую заготовку. И будем вырезать из фетра. Вы можете взять картон черный или просто цветную бумагу черную. Ева будет прикладывать и вырезать. Смотрите, у нас такие летучие мышки клевые получились. Мы их из фетра вырезали. Летучая мышка. Друзья, мы бы украсили свою комнату к Хэллоуину. Я только украшаю. Вместе с вами. Будем делать следующие украшения? Да. У нас уже есть сколько украшений? Три. У нас уже три украшения есть. Сейчас мы будем делать еще что-то страшное и ужасное. Давайте сделаем мумию. Для следующего украшения нам понадобится получится у нас мумия. Давай проклеивай сначала хорошенько. Давайте сначала сверху навожу. Это верхний приклеивать. И потом приклеивать нижнюю. Все. Сейчас мы приклеиваем. Мы будем ей рисовать глазки. У меня гелевая ручка. Можете использовать краски или фломастера. Надо еще улыбочку. Ой, я придумала. Это же все-таки мумия, я ее сделала таким вот как шрам. У меня такая улыбка будет. Вот, какой стильный. Мумия. Классная мумия. Настоящая мумия. Держи. Мы будем делать гирлянду из привидений. Для этого нам нужен листочек бумаги и какие-то, ну, какие-то гелевые ручки, фломастеры. Так, начинаем. Листочек ровненько. Будем их вырезать. Кстати, друзья, кто помнит, у нас первое, у нас уже было видео на Хэллоуин, где я тоже делала подделки. Это уже была ведьма теперь. А помнишь, чтобы там делать такие подделки? Да. Какие? Да, точно. Делали мы тыковки с тобой из мандарин. Да. Зубы из яблок, помнишь, да, делали? Зубы.
Помнишь? Да. Летучую делали и тыквочку на бутылке. На банке, банке. А помнишь, что когда у нас красивая тыква была огромная? Да, огромная. С свечкой я внутри. Я еще такая мне. Нас пишитесь на канал Гэнди. Да, классно было. Теперь нашим привидениям нужно нарисовать мордочки. Будем рисовать. Ты будешь разные делать мордочки? Смотрите, друзья, какие у меня привидения получились. Какие они классные, все такие разные. Да. Ева, ты очень красивая и нарисовала мордочки. Вообще супер просто. Ну что, я думаю, что у нас декор красивый, уже много. И нам нужно еще тыквочка. Тыква. Мы сделали вот такую заготовку, держи. Нарисовали там тыкву. Сейчас Ева вырежет, и мы будем украшать нашу комнату. Ева сама придумала и сама все сделала. В общем, все эти бутылки я делаю сама. А мама только снимает меня. Да, мама? Угу. Очень красиво, ты умничка. Мне тыква нравится. Вот что у меня получилось. Смотрите. Страшная? У-у-у, какая страшная. Класс, я очень красивая на самом деле. Все это занимает немного времени. И все это можно сделать из материалов, которые есть у каждого дома. Все очень просто, ничего сложного мы не использовали. Все действительно у нас было. Вот такую красоту мы сделали. Сейчас можем украшать комнату. Класс? Нравится вам? Нравится. Ставьте лайки. Лайки. Вот что у нас получилось. Смотрите. Вот такая красота. Всем пока. Подписывайтесь на канал Тенди Ева. Всем пока. И всех вас с Хэллоуином. А тебя, Маняшка, я украшения не дам, а тут их свечу.